тем временем, которое вот-вот случится. Торопим жизнь, пытаемся быстрее расти. Чего нам все же не хватает? Ответа точного, возможно, и никто не знает. Но если каждый для себя порассуждает, попробует его найти. Мы в детстве повзрослеть желаем, а повзрослев не понимаем. Мы ставим цель перед собой, а подойдя к ней, скажем «Ой».